Всем привет, друзья! Сегодня выходной, и начнем мы его с тренажерного зала. Погнали! Здорово! Привет! А ну, показывайте, как ваш... Тёмаш рассказал. Готов заниматься? Да. Слышишь, вообще огонь, если честно. Готов тренироваться? Да. Что, погнали? Прям надо делать, вы снимаете? Я надеюсь, все народу снимал. Ну что, погнали, потренимся? Погнали. Нет, подожди. Это быстро. Ну, рассказывай, куда дальше? Сейчас мы пойдем жарить Black Ants. Кого? Ants. Стейки. Да. Стейки. Black Angus. То есть если мы, конечно, найдем их. Ну да. Что, потренились? Нормально? Фух, после душечка вообще отлично. Ну да, довольно-таки приятно. Слышь, Олег? Че нет? На дома это тренировка. Зачем тебе? Подпиши сразу. Потом. Здесь.
что за ней. Ну что, выбрались на природу? Выбрали на бордюре, сеньор. Как раз набрали тут бедрышки, колбаса, хлеб. Да пожарить нужно все, печеньки, потом огурцы. И только маринад где-то еще был. Ну, так, короче, это все выглядит. Да, такой вот маринад еще. Замаринуем и запечем, пожарим это все. Правильно? Все-таки ищем полянку мы. Где ее найти? Ну смотри, какая поляна. Сейчас покажу. Смотри, довольно красиво. И вот там, кстати, были камни стоят, можно костер разводить. А вода сюда идет. Мы ходили, да, туда, в ту сторону, а в эту сторону сейчас пойдем, увидишь. Довольно грязно, конечно. А, да. Только вот здесь. Короче, вот так где-то мы его. Нет, здесь больше килограмма. Ну, кило, да, кило, 100 кило. Я думаю, хватит, да? Она, чтобы пакет сейчас не порвался. Вкусно пахнет, кстати. Засыпем сюда ее. И маринуем, друзья, маринуем. Не, нормально оно получится. Конечно, ботаника напоминает. Как Артём. Как Артём любит. Сегодня своими руками. Не, смотри, какое оно получается. Зачетное. Это называется катанное мясо в траве. Да. Только на другой стороне. Сейчас будет все. Торчик уже развели. Да. Осталось теперь посыпать. Не, вот, кстати, береза, она сырая, но хорошо горит. Красиво, кстати, красиво, как его получается. Береза, знаешь, сейчас стоит, камера встала, стоит, она снимает, классно. Там как наши шашлычки? Мне кажется, как раз это вот будет уровень. Шашлы. Сейчас подожди. Он будет томиться, но не. Ну вот нормально, как раз вот сейчас. Как раз самое тут, да. Тут хорошо. Вот такая высота. Угу. И на ней
немножко под уклоном. Не, ну, кстати, вот, вот если так, вполне себе нормально. Некоторые, мне кажется, что не совсем. Вот. Можно, кстати, разодеть. Да не, нормально. Ну, вкусно. Я буду целиком так. Можно есть. Помариновались хорошо. Я вот думаю, хлеб это что же овощ получается, да? Хлеб это хлеб, какой овощ? Ну, крупа это овощ. Нет, это злаковые. Злаковые овощи. Да. Друзья, вы сегодня узнали, что злаковые, хлеб и крупа это все овощи. Теперь можно и отдохнуть. Перекусили. Ну да. Не, красиво, особенно красиво. Тут так возле березок. Только комары задрали. Ну, меня сейчас еще не кусали, кстати. Не, ну может, конечно, потом почувствуется, но пока вроде так не сильно. Кстати, реально не холодно, да? И не жарко вроде бы. Да. Друзья, вот такое видео у нас получилось, разнообразное, интересное, надеюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока. Thank you.